Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Я к вам с очередными покупочками. Так получилось, что в торговом центре Metro Cash & Carry у меня была персональная скидка 20%, ну и я, естественно, не преминула ей воспользоваться. Приобрела я ряд подарочных наборов, которые, ну, частично у меня уйдут на подарки, что-то я взяла для себя. Я вам буду озвучивать цену, как бы, ну, стандартную, да, которая в торговом центре, и цену со скидкой, то есть во сколько этот набор мне обошелся, чтобы вы имели более полное представление о, так скажем, ценовой политике на подарочные наборы. Первое, что я хочу вам показать, это набор из двух кремов для рук от бархатных ручек. Стоимость этого набора 149 рублей, мне он обошелся в 119 рублей 21 копейку. Здесь в составе два питательных крема, один с маслом ши и провитамином В5, насколько я вижу, очень мелко написано. Он питает и смягчает, устраняет сухость, плотность у него на четверочку. Примечателен этот набор именно вот вторым кремом для рук, ночным, с ароматом ванили. Он пока продается только в наборе, то есть отдельно его в продаже нет. У меня есть друзья, которые очень любят эту марку уходовой косметики. Я думаю, им будет интересно познакомиться с такой новинкой. В общем, ну, как вы поняли, это однозначно на подарок. Наборчик был приобретен. Следующий набор, я его пока судьбу не решила. Может быть, уйдет на подарок, может быть, разыграю в конкурсе, но, если честно, мне и самой интересно его протестировать. Здесь набор из шампуней, бальзама, ополаскивателя марки Балет, то есть это фабрика Свобода. Здесь 76 грамм шампуня, который обеспечивает эффективный уход за волосами любого типа. В его составе экстракт череды, успокаивает кожу головы, оказывает противовоспалительного действия, подходит для ежедневного использования. И в составе 85 мл бальзама-ополаскивателя, также с экстрактом череды, особенно эффективен для сухих ослабленных волос, а также после окрашивания и химической завивки. Череда, ну, как уже говорилось про шампунь, оказывает противовоспалительное действие на кожу головы. Пока не буду открывать этот набор, может быть, тоже уйдет на подарок. Ну, а дальше уже, что я для себя любимый приобрела. А, простите, забыла по стоимости, это вот как всегда. Также 149 рублей этот набор стоит, мне он обошелся в 119 рублей 21 копейку, то есть они идентичны по цене. Третий набор, который я купила, это Свобода, подарочный набор фитотерапии для ваших волос. Здесь бальзам и шампунь для всех типов с экстрактом женьшеня, зеленого чая и провитамином В5. Я такие средства уже приобретала, разыгрывала их в конкурсе. У меня, если честно, есть полноразмерные версии этих продуктов, но я решила их подарить. А для себя оставлю вот эти малышки, тем более, что их удобно будет в поездку взять при необходимости. Здесь 76 грамм шампуня и 85 мл бальзама-ополаскивателя. Способствуют эти средства восстановлению структуры волос, делают их более плотными, упругими, сильными, питают по всей длине, придают гладкости блеск, оказывают укрепляющие, тонизирующие действия на волосы и кожу головы. Ну что ж, с удовольствием попробуем. Этот наборчик, по-моему, рублей 109 стоит, мне он обошелся в 87 рублей 19 копеек. А далее покажу давнишнюю свою мечту, которую мне по очень выгодной цене удалось приобрести. Увидела я набор тканевых масок для лица от Фитокосметик, линейка Beauty Visage, экспресс омоложение. Стоил этот набор 250 рублей, мне он, соответственно, обошелся в 199
рублей 20 копеек. По 50 рублей за тканевую маску, а здесь их 4. Мне кажется, это очень выгодное приобретение. Давайте посмотрим, что в составе. В общем, коробочку-то я хранить по итогу не буду. Просто оставляла ее для ролика. Итак, тканевая маска глубокого увлажнения гиалуроновая для всех типов кожи заменяет 3 процедуры мезотерапии у косметолога. Ну, посмотрим. То есть она насыщает кожу влагой, поддерживает необходимый баланс влажности в течение 48 часов, устраняет мелкие морщинки, ну, освежает кожу, делает ее визуально отдохнувшей. Следующая масочка для нормальной и жирной кожи, минеральная, очищающая, заменяет процедуру глубокой чистки у косметолога. Ну, очищает, сужает поры, удаляет черные точки, устраняет несовершенство, надолго матирует. Коллагеновая Anti-Age, одна процедура лазерного омоложения лица у косметолога. Мгновенно разглаживает кожу, заполняет глубокие морщины, разглаживает гусиные лапки, стимулирует процесс омоложения на клеточном уровне для зрелой кожи. Мне 36 лет, но я думаю, что вполне ее могу использовать. Ну и последнее, плацентарный активный лифтинг заменяет процедуру контурной пластики у косметолога. Подтягивает, моделирует отвал лица, разглаживает морщины, делает кожу гладкой и упругой. Для всех типов кожи подходит. Ну, классно, я очень довольна, что эти масочки у меня теперь есть и по такой выгодной цене. И сейчас вам покажу, наверное, самый дорогой набор. Мне кажется, что все-таки не очень я его выгодно купила, но давно хотела попробовать, поэтому решила разориться. Стоимость его 399 рублей, мне он обошелся в 319 рублей 20 копеек. Это Планета Органика, их знаменитые линейки, линейка Skin Superfood No Stress. Здесь гель для душа и молочко для тела. Давайте я сейчас все это достану, и мы более подробно каждое средство рассмотрим. Понравилось мне, как упаковочка сделана, очень удобно, да, как сумочка такая симпатичная. Итак, первое. Гель для душа успокаивающий, в составе экстракт банана, кокосовое молоко и масло мадагаскарской ванили. Здесь 250 мл, аромат я, конечно же, протестировала. Это, знаете, такой кокосово-банановый ванильный коктейль. Вкусный аромат, наконец-то неплохой бананчик попался, да. Осталось, конечно, понять, как он будет раскрываться при соприкосновении с водой. Я надеюсь, что останется таким же приятным, как и аромат из упаковки. И второй продукт в составе этого набора – это молочко для тела, увлажнение, питание. В составе молочко сейшельского кокоса и органическое масло манго. Классный аромат, он мне очень понравился. Такой, знаете, сладковатый кокосик. И... Но он не приторный, потому что вот эта вот свежесть манго его разбавляет. Хорошее сочетание, потрясающий вкусный аромат. Главное, как я всегда говорю, не съесть во время использования. В общем-то, наверное, за два средства 319 рублей не очень бюджетно. А, кстати, не сказала. 250 мл также в молочке. Ну уж очень не хотелось давно эти средства попробовать, поэтому и приобрела. Вот такие у меня покупочки состоялись в Matter Cash & Carry. Я довольна. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.